Джона, ты лодку свою запомнил? А? Так, что мне делать? Маячок закладывай. Джамик пусть. Ну, да, давай. мы тут. Бля, мне главное не только... умереть. Ребятки, ну тоже приготовьте лодки. Давайте вот какую, давайте мою одну грузить будем. Ну а вторую решим какую. Мою это точка сразу должна стоять. Сейчас я ее отодвину от всех, подожди, точка. Точку. Захватывайте. Нормально, нормально. Да, возьми, иди сюда, иди сюда. Сюда, подойди назад, назад, развернись. Назад. Джамик, дай оружейный маячок. Крупа, ты вот здесь. Голова голубя какого-то в шлеме. Дает гол. Джон, где твоя лодка? Кипер, ты где? А что вы встали, как дебилы какие-то? Растянитесь по этому пригорку. Я говорю, вон тем кангаром на крышу залезть. Левее, кто на хребете сейчас левее все растянитесь? Вот, видите пальмы, вот видите пальмы, как на море. Вот сюда встаньте все, вот метки ставлю еще. В анимку можно лечь. А анимки запрещены на острове. Это нет, да, просто вертушки. Я кинул метки на... Да хватит флудить, да, про анимки. Раз сказали, достаточно. Я метки кинул на лодку, на мою, которую мы будем грузить все. Запомните ее. Вот еще. Вот, она цвета, самая левая. Самая левая стоит, черного цвета. Все. Кто-то из балласта решил с ней подъехать. Вы делали уже, пацаны, или нет? Чего? За ДБшить ее, допить их балласта решил. Я не слышу. За кур, говорю, был? А, не, мы нет. Может быть, сделаем первый? Ну, делайте, делайте. Я все равно летаю чеку на вертолете. Парни, за кур достали, сделали, убились один раз травой. Кто зеленку может дать? Джамик, докинь. Я могу, скажи. Амарал, отдалай. Отдалай не... карапузов, дай мне зеленку. Карапузов? Ага. Я подсвежу воду. Две лодки рядом слева стоят. Это твои? Так, я сказал. Одна моя, другая у... Все, отлично, отлично. Следи за своей, все. Будь наготове. Парни, не стойте на горе, растягу дайте. Ко мне пару человек, подойдите, я метку все дам. Дайте. Дальше не стойте, вам говорят на горе вот здесь вот, растяните. Растяните. Сейчас оба в деморгане будете за кьюшку, для гении. Кьюшка, анимки ебаные не юзаются здесь. Блядь, да им похуй, понял, они дальше сидят, они вообще поебать. Послушайте, а одов нет на своей точке? Может, они стянулись? Ко мне подбегите, либо я косоглазый, посмотрите на мою демку. Вертушки у нас нету? Есть, а здесь вертушки. Чекай. Ой, они что, ушли с нашей, с их точки? Вот, или пара человек ко мне, подойдите на метку и встаньте вот тут. Вот, тут маленькая головешка. Вам метку вот дали, парни. Вам метку вот дали. Ко мне подбегите пару человек, немного, просто подбегите, чекайте тут. А, все, они своровали, слышите, они своровали, они сейчас притягиваются. Либо к вам, либо идут какую-то еще точку захватывать. Ой, зеленка, давайте метки на них сразу. Вертолет чей черный? Не стойте толпой, растянитесь. Черный-белый мой маверик, но я на другой точке. Черный это что? Его хуярить можно? Вертолет? Да, 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 да. И АФК не стойте, восьмерочки крутите, кто АФК стоит. Не флудите. Все, вертолет въебали. Я просто буду колить группу. Восьмерки крутите, не стойте АФК, если по-моему скидывают. Просто восьмерочки прокрутывайте. Все время двигайтесь зеленку на тех, реально, когда там масса, а не один комар какой-то ебаный. Это вот метки дают на кого-то. Я не понимаю, куда воды пошли. Еще вертик летит, еще этот ебаный. Летай, смотри, это куда. Два мотоцикла. Три мотоцикла тут у нас. А водов убивайте. Вы всех своих по группе уже сейчас на данном видите, парни. Дайте зеленку, дайте. Имя. Да зачем вы страдаете? Все, класс, там есть половина, нет еще? Тратьте патроны, блять, за даром, парни. Вот здесь АОДы стоят. Я не понимаю, как они к вам хотят пойти. Нет, просто больше они охуеют. Не надо, парни, нам не надо пушить. Пусть придут и отсосут члены. Вы их просто будете от головы встречать и все. Ластырь, ребят, не надо пикать. Ну вы же тоже получаете. Хорошо. Вот услышите, он же сейчас начнет с вами по-другому разговаривать. Он пока просит. И все, крышу можно? Да, можно. А, нихуя себе. Кусты, тут столько вообще точек, откуда можно спокойно ебать. Главное, нимки не лезайте. Я вот не понимаю, что госку бил? Не-не, вот же они стояли всей. Они их много? Ну, все. Тот же состав. Я взлетаю над... Ты смотри, главное, госки дядя, вообще нет, госки вообще нет, бро. Все, чилим. Гора типа вышел. О, красавчики. Стойте спокойно, когда у вас будет зона реги, тогда стреляйте. Кайфуйте. У нас у всех корабль, если что. Только ну, корабль. У нас плюс-минус так же. Ну, я имею в виду не именно там самая пиздатая, а просто сам факт, что у нас дальняя, понял, окей, оружие. Окей. Точка. Метку. А, он есть зеленки, нету, maybe. Скажи никнейм, блядь, свой. Угу.
Не флуди, не флуди, я дам тебе сейчас точку даже. На. А вон они друг друга, блядь, сбивают. Их двое. Захуярьте двух этих долбоебов, вот куда они не доплывешь? Они за камнями стоят. Вдвоем стоят. Еще дайте мед. Угу. Только бегают, все не стягивайтесь сюда. Да, просто там два комара его убьют сейчас. Один дает, класс убегает. Как бежит там? Все, это... Доешься кто-то просто. Сколько у вас стихов осталось? Сколько вам там, да, осталось? Половина. А, все. Половина? Пять минут еще. Так, ребята, что я дальше предлагаю? Тут взять нам оружейку. Я думаю, они бы никому давай, не давай, оружейку пойдем. Если что, у меня маячок есть, а как вы заканчиваете, перегружаете мат, и выходите из зоны. Если что, поделимся, все заебись. Да, без проблем. Если что, рассказывай, оружейки — это такие патроны на карте, туда потом все. Да все, дадим кол. Пока там стоим. Их тут нету, если что. Блять, кто это делает, нахуй? Что конкретно? Ну, задебешил, нахуй, на мотике, нахуй, ну просто. А, тише. Не надо этим сейчас флудить, пожалуйста. Да. Мы 6 точек по факту можем забрать. Нет, максимум одна фракция, можно нет, 3 точки. Идите по вертолету, вы не достаете, ребят, до него. Не тратьте патроны. Понял? Ну, а у нас 2 фраки, я и говорю. Да, 6. можем. Давай посмотрим. Сейчас пока давайте потихоньку смотреть, что здесь вам дадут кого-то. Мария, одни техи, все, их нету больше. На ангар влезть еще. На ангар, дай точку, куда ко мне. Вот там что. Я замену. Вон там за камнем есть. Бывает. На метке тип. Нет? Это отвлекаловка. Лодки да, тоже не просто... провтыкайте свой момент. Не флудите точкой этой. Просто реально, вон один человек, комар какой-то плавает и все. Да, вон там без группы кто-то ездит на мотоцикле. Скидывайте все, что вы видите, едет, мимо проезжает. Спокойненько, пока корегает, скидывайте. Так, я убью эту Мару, помогу вам. Сразу а заколь точку, чтобы я тебя помогли здесь. Че говоришь? Аморал, вертики наши. Ну, точку накинь, говорю, сразу под себя, если будешь выходить. Серый маврик наш. Убивайте, Мару. Синий тоже наш. Убил. Все, убил Мару. Все, ребят, расслабьтесь. А Оды стоят, ждут чего-то. Че Оды делают? Стоят, ждут чего-то. Нас? Mm-hmm. А где? Еще раз представьте метр на них, я не понимаю, где. Вот. Кинул двоих аводов. А вот. И много 100% меньше, чем нас. Человек 20. Угу. Большие больше. А кто не хотят? Они ждут либо нашу перетяжку, либо что. Да, но они скауты ездят на мотоцикл. Ну, человек 25. На 40, да. Ну, стреляют по мне. Зачем? Чем еще делать, блядь? Может, попробуем их убить, не думаете? Да зачем? Давай если просто заберем точки, а потом уже будем файтиться. Слушай, они нас ждут перехвата нашего, понимаешь? Когда мы будем перетягиваться. Мы везем материал, все они переходят. Нет, просто пофайтиться, чтобы им все точки остались. Они же понимают, что им тоже нужны оружейки. Ну, давай мы сначала отвезем материалы. Да, давай лучше... Угу, вот это правильно, он говорит, потому что мы уже так подъебались. Окей, так, Жамик, ты раздал нашим эпики? Да, раздавал, кого дефки есть. И Никита, нам бы эпики тоже не помешали, у нас чуть 60 осталось. Я ему сказал я изначально. Я столько могу. Да какой мужик, бля, что ты вообще говоришь? Можем потом... Ауды перетягиваются. Я метку кидаю, ауды рядом. Ауды рядом? Пушу. Восьмерки начинайте крутить. И смотрите просто. Вот они. Переплывать с нами будут. Не будут. Еще потяните, смотрите. Они будут пушить, потому что я только что такое нарыгал Кайлу. Ну там точно пушат. Они вас слева их хуярят. Они вот тут обегают вас. Убегают. Слева обегают. Под плечо возьмите и играйте. Воду перепрыли. Еще точек на воду, еще точек. Вам надо со складов крутить их. Со складов надо крутить их. Пацаны, чуть ближе к складам, подойдите точку флужу, смотрите, вот реги нет, синяя метка, стреляйте. Видите синюю метку, подойдите реги к складам, есть, займите склады от плеча, еще точки на ауду, вот передо мной прям, спина еще бегут. Передо мной, говорю, принимайте лево, точку даю, лево-право, спина, точки давайте, перед нами прям, хорошо, точки, один напал, играйте. Убивайте. Хавайте. Играйте. Метку ставлю. Крутит. Идите, смелее. Только. Вот на метке.
Вот они в гору убегают, они убегают от нас. Стрелять нахуй. Ангары уже запушили, ангары. Своих разрезы не пожелайте. Не резать, пока не резать. Ангару они убегают, они убегают, они вас кручат через гору. Да включи крышку даю, под вами свинья в шлеме, блядь. Слева чуть стойте. Хорошо, еще складывается. Они вас обходят, они обходят, они обходят. Вес готов. Точку. Красная цистерна, там они. Точку. Ставлю. Дим, рез готовы. Убивайся, Серк, убивайся всех. Убивает, блядь, они падают, вы перед ними, блядь, ешьте, блядь. Их там 2.5, нахуй, по бокам. С горы еще. Крутят. Они вас вот тут уже обходят, вот тут уже встречайте, вот тут с горы встречайте. Метки ставлю на них. Только метку смотрите перед глазами, на нее идите. На горе до хуя. Знаю еще. Умный пиздец. Муравейник? Бля. Они уже у вас, вот тут горы заняли, все. Я упал.